Леди на миллион – это не гламурные принцессы и не куклы Барби. Эти леди не измеряются в денежном эквиваленте. Собственное женское дело – награда самой судьбы, цена за которой – труд. Сегодня в выпуске Майрам Кадыралиева на личном примере покажет, что усы не являются обязательным эквивалентом успеха. Здравствуйте, с вами я, Людмила Елгина. Акулен Томского района – малая родина великого сказителя Саякбая Каралаева, богата на достопримечательности. В 2018 году здесь начинается строительство этнокомплекса в его честь. Делегировать управленческие вопросы женщинам-руководителям в нашей стране, мягко говоря, не хотят. Майрам Кадыралиева – героиня сегодняшнего выпуска передачи «Это не тот случай». В 2017-м она повторно возглавила Кокмайнокский айыл Экмуту. Выиграла выборы в первом туре голосования среди 4 мужчин-кандидатов. Женская природа подобна воде, а не камню. В женщине-управленце больше гибкости, а значит больше творчества. В основе женского управления лежит принятие того, что есть мягкое «да». Да, сказали большинство голосов избирателей на выборах, и она оправдала доверие. Да, Майрам Кадыралиевой сказали и инвесторы, которых она привлекла в свой аильный округ. Среди инвестирующих компаний – Чайна Релеви. На грантовой основе строят ирригационный канал с общей стоимостью проекта 8,5 миллионов долларов. Компания New Energy, которая приступает к строительству ветряных станций. Благодаря инвестору будет обеспечена электроэнергией вся Иссык-Кульская область. Среди привлеченных инвесторов – компания «Турачак», которые начинают строительство завода по переработке мрамора. Президентом страны высоко оценен вклад Майрам Кадыралиевой в развитие региона. Под чутким управлением Майрам Кокмайнокский аильный округ вышел из дотации государства и утвердил на сегодняшний день бюджет 9 миллионов сомов. Она действительно может быть в нужных моментах цунами и водопадом, но не камнем. Словно волшебница, без войны, унижения и напряжения, она выиграла стимулирующий грант на капитальный ремонт сельской школы и спортивного зала. Стиль управления Майрам Кадыралиевой – это не единоличная битва с обстоятельствами, а гибкое сотрудничество с мужчинами. В рамках правительственной программы «Таза-Жашо» под предводительством Майрам в округе очищают территорию, подбеливают и высаживают деревья. Привлечены школы, пастбищные комитеты, депутаты местного кенеша. Как одна большая семья благоустраивают и убирают территории – каждые выходные. Всю жизнь она жила и трудилась в селе. Она может поставить юрту, пасти и разделать барана, доить кобыл. Свободного времени выдается очень мало, говорит Майрам. И когда оно есть, я с удовольствием шью национальные шердаки и делаю кашму. После развала Союза в 1996 году наша героиня с супругом образовала фермерское хозяйство. По настоящий день оно процветает и является образцовым во всей области. На 30 гектарах земли растут знаменитые сорта иссык-кульских абрикосов, которые идут на экспорт. Во владении семьи есть рыбное хозяйство «Урумкул». На территории хозяйства имеется 5 самоизливных скважин артезиана. Инкубируют такие виды, как радужная, янтарная, сиванская форель, осетровые, различные виды карповых. Сиговые виды рыб. На сегодняшний день сбыт осуществляется только на внутренний рынок. В
планах рыбного хозяйства Урумкул возрождение эндемичных пород рыб озера Иссык-Куль, такие как голый осман, маринка, чебак и чебачок. На безвозмездной основе хозяйство предлагает инкубацию и зарыбление озера Иссык-Куль. Глава округа Майрам отлично держится в седле и любит ездить на лошадях. Простая, искренняя в общении мама четверых детей, образцовая супруга и хозяйка в доме. Встречайте, леди на миллион Майрам Кадыралиева, настоящая дочь Кыргызстана. Какие острые проблемы стоят перед вами, как перед главой Айлакмуту, на сегодняшний день? Я думаю, что, как и во многих аилных аймаках, это самый острый социальный вопрос – это детские сады и ФАПы. Вот с развала Союза у нас в аильном аймаке нету ни одного детского сада. Но мы в этом году с первого полугодия начнем строительство детского сада на 100 мест. В нашем селе, в основном сельчане, есть такие сельчане, которые везут своих детей в Балыкчы. В дошкольное образование. В детский сад. В детский сад в город Балыкчы. Мы недалеко расположены, поэтому дошкольное образование – это тоже острый вопрос. И ФАПы во всех трех селах аилного аймака стоят не по назначению. То есть мы должны построить новые современные ФАПы со всеми удобствами. И наши сельчане, в основном они лечатся в городе Балыкчы. Основные специалисты, врачи находятся там. И эти удобства только создаются, что мы близко расположены к городу. Какие основные направления деятельности, на ваш взгляд, дают экономический рост селу? Инвестиции, инвестиции, еще раз инвестиции. С прошлого года наша команда вместе с депутатами провели огромную работу по привлечению инвестиций. В этом году мы пожинаем плоды. И у нас в этом году появились очень крупные инвесторы. Компания China Railway, это на основе китайского гранта, у нас строится ирригационный канал протяженностью 17 километров. Оно начинается с Артатакойского водохранилища и охватывает село Оттук Улахойского аилного аймака. У нас благоприятный климат позволяет нам привлекать инвесторов по построению ветровых станций. Компания New Energy в этом году начинает свое строительство ветровых станций. И после завершения этого строительства весь Иссык-Кульский регион будет обеспечен электроэнергией. Они привлекают 85 миллионов долларов инвестиций в наш аильный аймак. Привлечение инвестиций для аильного аймака – это создание рабочих мест, это социальные пакеты, это налоги. То есть мы пополняем доходную часть нашего бюджета. Я правильно понимаю, что это и есть та тема, которой вы можете гордиться в этом году? Да. Кого из сельчан вы бы хотели выделить особенно как гордость района, села? Село Агулюм является малой родиной великого сказителя Манасчыса Якая Каралаева. И у нас Калыбекулы Нурбек был дважды достоин грамоты президента нашей страны. Он в этом году заканчивает консерваторию с красным дипломом. И он является гордостью нашего села. Скажите, Майрам, а как обстоят дела у вас с трудоустройством населения? Миграция тоже очень большая проблема в нашей стране. И вот привлечение инвестиций, она создает рабочие места. Рабочие места. И вот, когда летом вы к нам едете на Иссык-Куль, то есть Кокмыновский аильный аймак является золотыми вратами Иссык-Куля. Иссык-Кульская область и Тонский район начинается именно с Кокмыновского аильного аймака. И местные жители за сезон ставят свои юрты и создают рабочие места сезонные. Привлечение инвестиций – это тоже создание рабочих мест. Между правительствами, межправительственными соглашениями между Китайской Республикой и Кыргызстаном обеспечивается 70% рабочих мест при строительстве ирригационного канала.
И вот привлечение инвестиций тоже создает такие рабочие места. У нас еще есть инвестор российский. Компания «Турачак» планирует у нас построить завод по переработке мрамора. Они тоже будут у нас предоставлять нам рабочие места. Когда планируют приступить к строительству? Строительство мраморного завода начнется в конце мая месяца. И как долго это будет продолжаться? Они планируют этот завод построить в течение 2 лет. Идет трехмесячник по наведению порядка. Вы довольны промежуточными итогами и планируете ли продолжать дальше? Вот этот трехмесячник у нас начался в рамках государственной программы «Тазаджашо» с марта месяца. И по программе совместного управления лесами Балычинский лесхоз предоставил нам 5000 саженцев тополя. И вот мы закончили посадить эти тополя. Идет у нас очистка улиц, очистка каналов, очистка дорог. Я думаю, что вот вопрос озеленения, благоустройства, оно должно проводиться почти круглый год, чтобы мы жили в чистоте, чтобы мы жили всегда в таком ухоженном, опрятном регионе. По поводу посадок, я хочу сказать, в 2010 году я была в Японии по проекту «Совместное управление лесами». И когда ребенок идет в первый класс, то он сажает свое дерево. Свое дерево. Это такая традиция в Японии? Это такая традиция у японцев, это здорово. Если бы тоже наши дети, каждый ребенок у нас сажал свое дерево, это было бы очень хорошо. И насчет чистоты хочу сказать, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. Кокмайонокская земля, она очень привлекательна для туристов. Вы каким-то образом планируете развивать туристическую отрасль? Так как мы находимся в Исикульском регионе, туризм, конечно, это приоритетная отрасль нашего Ильного Аймака. Да, действительно, у нас есть очень красивые места. Вот каньон Макачи, это находится в селе Кокмайонок, он очень красивый каньон. Туда приезжает очень много туристов. Также вот река Чу, он протекает через наш Ильный Аймак. Там тоже мы планируем открыть вид экстремального спорта. И вот мы уже с марта месяца договариваемся с ребятами, которые будут открывать нам караванинги, организовывать. Это тоже будет такой доходоприносящая отрасль. И люди будут заниматься и будут привлекать гостей на Шаильный Аймак. Караванинги поподробнее. Мы будем организовывать для караванингов стоянки, будем для них организовывать гиды местные, которые будут показывать все наши достопримечательности. И люди, вот приезжающие к нам туристы именно с караванинга, они будут ознакомливаться именно с нашими традициями, как наши люди живут, чем они занимаются. Они будут стоять у нас в селах, и у них будет огромная возможность знакомиться вот с традициями местных жителей. Соприкоснуться с культурой, да. С трудом сельчан. Да, да. Отличная идея. Ведете ли вы или планируете знаковые мероприятия для своего района? И какие? Помимо иностранных инвесторов, мы также привлекаем внутренних инвесторов. То есть в этом году у нас начнется строительство этнокомплекса в честь всех манасчи, и особенно в честь нашего Сэхпая Манасчата. И есть у нас объединение Хысыккуль Жаштар Коому. Они у нас планируют начать строительство в этом году. И они будут строить этнокомплекс в стиле наших традиций. Этнические. Да, этнические. Там будут стоять естественные юрты. И в этих юртах будут отражаться именно наши традиции. Это вот обрезание, это тушотой, это вот свадьбы наши национальные. И мы также там планируем открыть музей нашего манасчи. Как вы пришли к тому, Майрам, чтобы заниматься рыбным хозяйством? Расскажите подробно об этом. Я думаю, вот человечество никогда не стояло на одном месте. Оно и будет. Это закон природы.
И вот мы всю жизнь вот занимались садоводством, животноводством. И никогда вот из семи поколений наших предков никто из них рыбу не разводил. Вот у меня муж захотел рыбу развести. 2 года назад мы с мужем в своем хозяйстве построили круглогодичный инкубационный универсальный цех. То есть мы инкубируем такие виды рыб, как радужная форель, сиванская форель, карповые, осетровые, сиговые. То есть мы импортируем икру с Италии, с Польши, с Дании также, а реализуем внутри страны. Есть прудовые хозяйства, которые разводят рыб, и мы для них поставляем мальки. Вы разводите только мальков или все-таки рыба вырастает? Мы разводим в настоящее время только мальков, но мы планируем дальше выращивать товарную рыбу. Когда мы решили открыть свое рыбное хозяйство, мы первым делом стали искать ихтиологов. Вы, наверное, помните, что даже при Союзе у нас в стране не обучали ихтиологов, они обучались в центральных вузах. И вот кадровый вопрос, то есть найти вот хорошего специалиста, профессионального ихтиолога было очень тяжело. Мы дали объявление, и вы знаете, вот первые 2 недели нам стали звонить только браконьеры. Они говорили, что знают про рыб все, что могут нам помочь, а нам нужен был именно вот образованный человек, ихтиолог. И через некоторое время нам позвонила женщина и сказала, что мы ищем ее мужа. Нам дали телефон ее мужа, мы приехали в рыбный департамент, познакомились с этим человеком, он действительно ихтиолог, 18 лет проработал в Казахстане, разводил карпов. И через несколько дней, когда мы с ним познакомились, через несколько дней он приехал вот смотреть наше хозяйство, как ихтиолог. Мы были так рады, что к нам приезжает ихтиолог. И он не один приехал. У нас в аграрном университете открылся факультет ихтиологии. То есть обучают там рыбоводов. И он к нам приехал именно со студентами этого аграрного университета. И вот эти студенты, когда увидели наше хозяйство, они были вообще... очень удивлены, они не видели такое хозяйство и даже изъявили желание остаться там поработать, чтобы обучаться. Это очень тяжело, когда мы бизнес начинали. Первые 3 месяца у меня муж почти, он домой ходил только ночевать. Он весь день был с этими рыбами, весь день. И первый раз, когда мы начали, мы инкубировали 200 тысяч штук икры. И вот в течение этих 3 месяцев я даже думала, что муж, наверное, знает этих рыб каждого в лицо. Он настолько увлекся, и вот ему так нравилось. И действительно, это огромная наука – разводить рыб. И мы полюбили этот бизнес, и у нас сейчас все успешно идет. Кстати, к вопросу о туризме. Не возникала ли у вас идея все-таки товарную рыбу разводить и сделать рыбалку для отдыхающих? Потому что вот однажды я столкнулась с такой проблемой. Я просто сама люблю ловить рыбу. И я не нашла ее в округе города Балыкчи. Вот на въезде на Высыкуль здесь поблизости вообще я не нашла такого места, где можно было бы остановиться и поймать рыбу. Вот по развитию туризма мы включаем еще развитие агротуризма. Вот это вы правильно заметили, это развитие агротуризма включает в себе именно рыбные хозяйства, именно садоводство, и даже вот овцеводство. То есть мы можем привлекать сюда туристов, которые будут обмениваться опытом и заниматься овцеводством здесь на месте. То есть ловить рыбу и разводить рыбу здесь. И садоводством тоже, потому что вот век живи, век учись. Мы у них научимся, а они у нас. Вы научатся. Будете предоставлять им земли для разведения садоводства, овцеводства? Для туристов нет, потому что это временные люди, которые приезжают и уезжают. Хорошо, а для? Время. Они могут обучаться именно у нас на хозяйстве. Нас обучать и сами обучаться. Это будет огромная практика. Век живи, век учись. Да, это точно. У вас есть абрикосовый сад. Вы не пробовали, Майрам, перерабатывать абрикосы сами? Я, насколько знаю, вы только сбываете. Переработка фруктов и овощей у нас по Иссык-Кулю сейчас идет. Это тоже огромная проблема. Мы все садоводы идем к этому. Мы свой сад посадили несколько лет назад. Он у нас плодоносящий сад. Мы реализуем его в Россию и в Казахстан.
И у нас есть такой критерий, вот по Иссык-Куйской области абрикос поспевает раньше у нас. Это отражается на цены, то есть мы продаем по хорошей цене. Но это не говорит, что мы должны довольствоваться этим. Угу. Мы должны обязательно перерабатывать. У нас такая тенденция сейчас по Айлам-Ойнака идет. С каждым годом люди больше и больше сажают сады. И поэтому мы должны прийти к переработке. Должны перерабатывать. Не просто так сдавать, а перерабатывать. Это будут дополнительные доходы. Это и хранение. Это и цены. И, конечно же, Иссык-Куйский бренд, он и есть Иссык-Куйский бренд. Это будет полноценный цикл, звено полноценное. Посадили дерево, вырастили плоды, плоды эти законсервировали, консервацию продали. Вот этот вот цикл, он не прервется. И это, кстати, и будет? Да, это цикл добавочной стоимости. Марам, передача у нас женская. Посвящена она женскому бизнесу, женскому делу, женскому предпринимательству. Вы та леди, которая действительно добились многого в своей жизни. Какой совет, такой настоящий, от души вы можете дать своим землячкам и вообще женщинам-телезрительницам, которые будут смотреть нашу передачу? Людмила, у великого русского классика Чехова есть замечательные слова. У человека должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Я желаю всем нашим милым женщинам, чтобы у них было все красиво, как у великого Чехова. И вы никогда, никогда не забывайте, что вы самое главное чудо света. Марам, насколько тяжело быть женщиной-руководителем? Вообще, женщина в политике в Кыргызстане каково? Я дважды была избрана главой Айлукмуты. И вот не зря говорят, один в поле не воин. Это аксиома. Одна я бы не достигла таких успехов. Вы шли к власти? Или да, так получилось? И да, и нет. И да, и нет. Меня поддерживает огромная команда. Вот это я к этому, что один в поле не воин. Меня поддерживает огромная команда. Команда – это мое окружение, это команда депутатов, это мои близкие и родные, это аппарат Айлного Аймака, это вся элита Айлного Аймака, это женские советы, это советы старейшин, молодежь Айлного Аймака, директора школ. Целая команда, которая поддерживает меня, чтобы мы все вместе, дружно достигли до такого успеха. Завоевать доверие людей и уважение людей – это непросто. Мы должны достигнуть этой цели своим упорным трудом, своей настырностью, своей целеустремленностью, не оглядываясь никуда. Спасибо огромное, Майрам, за то, что согласились поучаствовать в нашей передаче, поделились своими мыслями относительно будущего своего села. Я благодарю вас. До свидания. Сегодня мы обсуждали вопросы женского управления и лидерства с главой Акуленского Айлакмуту Майрам Кыдыралиевой. Леди на миллион. До новых встреч. До свидания.